Тренинг «Нежные ручки» – это сочетание уникальных техник массажа интимной зоны мужчин руками, которая откроет неизведанную грань ощущений для вашего мужчины. Какие зоны включены в данный массаж? Это паховая область, это мошонка и, конечно же, сам фалос. Как, в принципе, родилась идея данного массажа? Я длительное время жила в Индии и там обратила внимание на особое сакральное отношение к интимной близости. В частности, в большинстве храмов я заметила такие удивительные статуи. А именно, это были огромные лингамы, то есть по-нашему это фалосы, и поперек них были йони, то есть это женские интимные органы. Так вот, там каждый день на эти интимные зоны совершались различные подношения, что символизирует преклонение перед мужской и женской силой, когда они вместе объединяются. И вот благодаря данному наблюдению я подумала, как бы мы, женщины, могли бы выразить любовь своему мужчине и показать, как сильно уважаемы те уникальные мужские качества, которые у нашего мужчины есть.